Давайте считайте. Вам даю на это ровные 20-30 секунд, где-то примерно так, полминутки, чтобы я засек. У нас тут все отсчитывается. И вы, друзья, вместе с нами попробуйте угадать точную цифру. Кто ближе будет, тот и заберет сегодня невероятный набор от русского джипа и магазина «Лада Плюс». Вот, ну а без подарка никто у нас сегодня не уйдет. За второе место тоже мы сегодня подарим вам возможность выиграть. Ну что же, и как? Купюр 12? А, нет. Сколько там именно денег? Купюр молодец, что посчитал, что 12. Надо посчитать. Подожди, не говори ничего. Ну что ж ты, куда же так я... Так, я пока включаю камеру, чтобы меня было видно. А то деньги, конечно, хорошо, но сегодня-то мы в эфире общаемся со мной, и это прекрасно. Итак, Ксения, посчитали? Пока ничего не говорим, просто посчитали или нет? У меня мелкий, я не вижу в телефоне. Ну, от этого еще больше интересно. Да, еще интереснее. Да-да-да. Ну, давайте посчитаем. Так, хорошо. Ержан, как вы? Да, посчитали. Прекрасно. Так, меня видно теперь вам? Ну, ладно. У нас первая дозвонилась Ксения. Вот. Дам, как говорится, вперед. Ксения, сколько у вас? Ну, давайте 12 купюр. Он в дальней стопке. Нет. Нам нужно точное количество денег в рублях, сколько там находится. Я вижу, какие там денежки. Ну, примерно, сколько вам кажется, что там будет... Не вслух, а то Иржан подслушает. Сколько? 1310. 1310, да? Хорошо. Так, Иржан. 100. Так, еще раз, заикаешься, еще раз повтори. 1167, да? Да. Прекрасно. Я сейчас на своем невероятном калькуляторе ввожу точную цифру. Точные цифры там... 1244.50. Сейчас посмотрим, кто оказался ближе. Вводим циферки Ксении. Итак, у Ксении разница в 65 рублей и 50 копеек. Сейчас мы введем разницу, какая была у Ержана. Итак, Ержан у нас сказал 1167, да? Итак, у Ержана разница 77, да, и 5, то есть ближе оказалось у нас все-таки Ксения.